мобильные передвижные устройства, под заказ для клиента в Станкомаш. Одним из трудоемких процессов при производстве продукции являются погрузочно-разгрузочные работы. С целью облегчения погрузочно-разгрузочных работ на складах, производстве в открытых и закрытых помещениях, на строительной площадке, компания «Станкомаш» в промышленных масштабах освоен выпуск мобильных передвижных устройств, МПУ. Кроме того, под заказ компания может изготовить МПУ по требованию клиента с различными характеристиками по размеру и грузоподъемности. Примером служит январская отгрузка в город Псков МПУ с оригинальными размерами и комплектацией ручной талии с низкой строительной высотой. Грузоподъемность данного МПУ 2 тонны, высота 3,2 метра, ширина мобильного передвижного устройства 3 метра. МПУ легко собирается и перемещается с помощью колес, поворотных с тормозом. Поддержите, пожалуйста, наше видео и поделитесь им. Ждем ваших заявок по указанным на экране контактам. Наши специалисты всегда рады вам помочь.